Добавляем горчицу и перец и тщательно перемешиваем. Для приготовления этого блюда нам понадобилось 1 кг сельди соленой, 250 г масла сливочного, 1 хлеб ржаной, 1 пучок зеленого лука, 1 чайная ложка горчицы, 175 г творожной массы Филадельфия, перец молотый. Для оформления 1 яйцо сваренное вкрутую, 1 отварная морковь, 1 соленый огурец.